Чего я очень долго ждал, это MicroTech UltraTech Tanta, ножичек хай-эндовый, фронталочка. Ну, сейчас мы посмотрим, чего она стоит. Насколько многие решается вот эта штука, стеклобой, или скалкрашер, так называемый. Многие и ругают эти ножики, но мне лично не нравится. Туда, где еще есть место свободное. Там чуть подальше есть плохой участок. Да. Что, поехали? Да, начинаем. Ну, танта есть танта. Ножик целый. Некоторые считают, что они крепкие. Прорез очень глубок. У меня просто вот расложился. Это что-то я с мизантропом поскромничал. Где-то, порядка, наверное, 6 сантиметров. Рассечено все, учитывая, что место очень неудачное. Это сгиб туши, здесь небольшое пустое место. Одежда прилегает неплотно. Немногослойность ничего не спасла. Мне очень понравилось.